Адресная работа проводится и по благоустройству махаллей. На системной основе решаются вопросы по обеспечению занятости населения, сокращению бедности. Создается необходимая инфраструктура. Примеры созидания в махаллях Халхан и Алмаз Яшнабадского района в материале далее. Яшнабадский район столицы – один из лидеров по социально-экономическому развитию. Здесь проживает 290 833 человека, а количество предприятий достигает свыше 10 тысяч. Около 1500 из них – промышленной мощности, 7500 – в секторе сервиса, 2609 – индивидуальные предприятия. По макроэкономическим показателям, за первые полугодие 2023 года промышленная отрасль повысилась на более чем 13,5 триллионов сумм, что свыше 106%. А в сфере услуг показатель возрос до 118 с лишним процентов. В денежном эквиваленте это порядка 7,5 триллионов сумм. Сектор строительства тоже идет в гору. Здесь показатели выросли аж на 126% и составили 1,4 триллиона сумм. Доля розничной торговли повысилась на 112,7% и достигла 3 триллионов сумм. Построили новую школу, рассчитанную на 1320 учащихся. Социальный объект отвечает всем современным требованиям. Особое внимание уделялось подбору стройматериалов, школьному инвентарю. Кроме того, он отвечает стандартам обучения по системе 2 плюс 1. Вместе с предметами дети учатся иностранным языкам и востребованным профессиям. Махалля Алмаз разделилась на две, и рядом создан новый сход граждан Халхан. Переменам послужили рост численности населения и инфраструктурные улучшения. За последние 4-5 лет на этой территории возведено свыше 100 многоквартирных домов. Рядом с ними открылись современные школы, дошкольные учреждения, поликлиника, молодежная промышленная зона, введены в строй производственные предприятия, сервисные центры, а также созданы парки и зоны отдыха. Раньше здесь была пустынная местность, а теперь здесь много зеленых зон, зеленых насаждений, отдельные площадки для деток, беседки для представителей старшего поколения. До конца года в Яшнабадском районе планируется открытие новых 52 тысяч рабочих мест. За первые полугодия уже обеспечена занятость порядка 18 тысяч жителей района. 3-4 года назад здесь не было необходимой инфраструктуры, и жителям приходилось ехать в соседние махали и регионы. Теперь им нет необходимости уезжать далеко от дома. В этом году планируем привлечь инвестиции в размере 116 миллионов долларов. Но объемы инвестиций превысили 175 миллионов долларов. Плюс еще на 82 объектах есть проекты по привлечению инвестиций на сумму 298 миллионов долларов. Все изменения – наглядный пример реализации принципа «достоинство человека превыше всего». А это всего лишь перемена в одной махалле столичного района. Приятно осознавать, что масштабы реформ охватывают весь Узбекистан. И каждый гражданин чувствует свою роль, свою значимость в жизни страны.